Итак, дамы и господа, комбо-карточки на 3 июля. Вам нужно все повторять за мной. Первая карта у нас – это карта GameFit Tokens. Находится во вкладке Markets. Нажимаем «Прокачать». Замечательно. Вторая карточка у нас находится во вкладке Legal и называется вот SEC Transparency или как-то так. Вот, короче, нажимаем. Отлично. Ну а прежде чем прокачать третью карточку, я бы вам порекомендовал подписаться на мой телеграм-канал, который называется Саид Рагимов. Ссылка будет в описании. Смотрите, в 15.01 здесь уже вышла эта информация. Все актуальные новости по этой игре выходят именно на этом канале. Ссылка в описании. Не забываем подписываться. Ну и последняя карточка у нас находится во вкладке Specials. И эта карта у нас называется... Web3 GameCon. Стоит у меня 1 280 000. Прокачка.